Озеленение по-европейски. В нашем городе начали высаживать кизильник. Масштабную экологическую акцию организовали представители Первоуральского новотрубного завода. Это будет в дальнейшем живая изгородь, очень красивая. Очень хорошо обновляется кислород с этой зеленью. У нее богатая зелень, красивые ягоды. Очень красивые кусты по осени, сами видите. Кустов кизильника привезли целых 3 сотни. Не колючие растения семейства розовые идеально подходят в качестве элемента городского ландшафта. Доставили их из Екатеринбурга, где в специально созданных условиях выращивали 4 года. Именно в этом возрасте саженцы хорошо приживаются. Живую изгородь обновят в центре Первоуральска, а также в районе Старого рынка. На осеннюю высадку растений Первоуральский новотрубный завод выделил более 200 тысяч рублей. Всего осенью на улицах и скверах Первоуральска высадят около 500 саженцев кизильника, ивы, яблони и сирени. Места для озеленения выбирали с учетом наибольшего трафика автомобилей в сквере Данилова, на улице Комсомольской, проспекте Ильича и Космонавтов. Стараются не только ради эстетики, но и для экологии. Газов и топных от машины. Идешь, здесь уже за тебе такие газы не прилетают. Так что мне нравится.